Не допускай несвоевременные мысли. Старайся думать лишь о том, что есть сейчас. Ты сердцем черен ли сегодня, чист ли, и сколько согрешил сегодня раз. Не думай ни о том, что будет завтра, в грядущем месяце, году, седых летах. С чего ты взял, что будущее правда, а может, это ложь в твоих мечтах? С чего ты взял, что будущее будет, что твой конец скрывает горизонт, что обязательно рассвет тебя разбудит, что это не последний в жизни сон? Не нагружай себя поклажей из планов, не покупай себе подзорную трубу, не собирай в дорогу чемоданов, не уповай на Бога и судьбу. Живи сегодняшним мгновением, это легче, благоразумнее, не думай о еде, о том, какие нынче в моде вещи, не придавай значения ерунде. Не распыляйся на забавы и утехи, на болтовню, на споры, ссоры, суету, улыбки, анекдоты, месть коллеги. Не ратозейничай от альфы до омеги и в очевидную неверу и красоту. Плюнь на удачи и несчастье окружения, злорадство, осуждение, зависть брось, пусть за день будет самым главным достижением, что сердце не коснулись грязь и злость, оставь весь мир с его дурною сутью. Упреки безразличие пропусти, живи сейчас собой и жизнь такую, создай на всем своем извилистом пути.